Обзор на восьмерочку, iPhone 64 гигабайта, то есть цвет идет такой нежно-розовый. По дефектам это скол, как видите, вот здесь вот в углу, и переходит вот тут вот на экран, вот так вот, вот она полоса. Далее. То есть кнопка домой работает вообще прекрасно. Вот, смотрите, оп, нажал, все. Тач работает. Так, далее. Аккумулятор 88%. То есть камера прекрасно работает тоже. Без каких-либо дефектов. Фронтальная тоже. Сим-карту видит, заряжается. К аккаунту мне привязан. Сзади абсолютно целый.